Всем огромнейший привет! Я сегодня готовлю настоящий деликатес из свиных ушей. У меня три свиных совсем небольших уха. Предварительно я их хорошенечко вымачивала в холодной воде часа 4. Время от времени я воду меняла на свежую. А после я очень хорошо их выскребла ножом. Уши всегда очень грязная часть, поэтому нужно скрупулезно все здесь вычистить. Нам же потом с вами и есть. После того, как я хорошо очистила свиные уши, я их еще раз вымыла. И я уже поставила воду прогреваться в кастрюлю на газ. Будем варить уши. Воды нужно будет столько, чтобы она полностью покрывала уши. Пока вскипает вода, я подготовлю соль и приправы. Соль берите по вкусу. У меня 1 чайная ложка с горкой. 1 лавровый лист. У меня очень мелкий перец черный горошком. Я его добавляю 5 штук. Берите 3, если у вас такой побольше. А перца душистого горошком пару штук. Измельченного сушеного чеснока я беру половину столовой ложки, можно взять просто один зубчик свежего и выдавить его через чеснокодавилку. Закипела уже вода, сейчас туда опущу уши и на все том же большом огне дам вскипеть воде. Еще раз и всю пенку, образовавшуюся сверху, я обязательно сниму ложкой-шумовкой. Далее я всыплю все приправы и соль, огонь уменьшу, сделаю чуть меньше среднего, накрою кастрюлю крышкой и буду варить 1,5 часа до готовности свиных ушей. Прошло 1,5 часа, уши свиные сварились, они стали такими мягкими, а хрящик всегда остается хрустящим. Берем любую форму, вниз я капнула буквально пару капель растительного масла, все это распределяю по дну. В форму переложила уши, а сверху на уши тоже капаю пару капель растительного масла и все равномерно распределяю по ушам. Сразу же включаем духовку, выставляем температуру 180 градусов и при этой температуре будем запекать уши до такого красивого румяного цвета. Минут 10-15, все зависит от вашей духовки. А пока я делаю такую заправку, у меня 1 свежий зубчик чеснока, выдавливаю его через чеснокодавилку. Сушеный чеснок не берите, это совсем не тот вкус будет. У меня кетчуп шашлычный, берите любой, 1 столовая ложка кетчупа и 1 столовая ложка майонеза. Берем кетчуп и майонез 1:1. Все хорошенечко размешиваем. Тем временем уши уже приготовились, можно еще больше зарумянивать, для нас достаточно. Уши очень горячие, с пылу с жару, разрезаю на кусочки. А сверху чеснок, майонез и кетчуп. Это очень вкусно, сытно. Такое блюдо, конечно же, не на каждый день. Отлично подойдет к любому взрослому напитку. Блюдо очень вкусное, обязательно приготовьте, я вам рекомендую. Спасибо за то, что смотрите нас, за ваши лайки, комментарии под видео. Подписывайтесь на все наши группы в соцсетях, все ссылки будут под видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео и узнавать об этом первыми. До встречи в новых видео, в комментариях. Всем удачи и пока-пока!